Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. В этом видео мы немного поговорим про остроносца красного. На нашем канале уже был видеообзор на этот вид рыбки, но там был показан остронотус с другим окрасом. Естественно, содержание остронотусов от окраса не зависит, по этой причине мы постараемся дать немного иную информацию. Эти рыбки, в основном в зависимости от окраса, имеют множество разных названий. Например, оцелятус или цихлида Оскар, красный остронотус, остронотус альбинос, тигровый остронотус. Есть остронотусы с вуалевыми плавниками. Таких называют вуалевые остронотусы. Свое начало эти рыбки берут из вод Амазонки. От многих других рыб остронотусов отличает развитый интеллект. Конечно, они не будут отвлекаться на кличку, но четко отличают домочадцев от других людей. Так сказать, своим они даже могут дать погладиться, есть из рук и просто выпрашивать пищу. Однако чужих людей боятся и стараются спрятаться. Если чужой человек попытается погладить остронотуса, то в целях самообороны остронотус может даже укусить. Конечно, пока он маленький, укус неощутим, однако укус взрослых рыбки может оказаться болезненным. Размеры взрослых остронотусов внушительны. В аквариумах встречаются особи до 30 см. В живой природе и на фермах и того больше. Конечно, такой крупной рыбке необходим и соответствующий аквариум минимум на 100-200 литров. В силу своей пугливости аквариум необходимо оборудовать местами, где она сможет спрятаться. Чем больше будет таких укрытий, тем лучше. Как правило, укрытия делают с помощью декораций. Это могут быть большие красивые камни или коряги. Гроты в меньшей степени подходят для аквариумов с остронотусами. Стоит обратить внимание на то, что камни должны быть большими и тяжелыми, а коряги устанавливать так, чтобы они были неподвижны. Это делается для того, чтобы остронотус не смог с ними поиграть и случайно разбить аквариум. Да-да, эти рыбки любят поиграть с камушками и предметами декора, швыряя их из стороны в сторону. Именно поэтому в качестве грунта лучше использовать мелкий грунт или вовсе песок. К тому же они любят порыться в грунте и поднять муть. Вообще, эти рыбки достаточно грязные, если можно так выразиться. Ведь помимо того, что они поднимают муть, они еще и едят неаккуратно. Кусочки мяса или рыбы разлетаются по всему аквариуму, что в дальнейшем ускоряет порчу воды. Но кормление – это отдельная тема. Чтобы хоть как-то минимизировать грязь и муть, необходимо установить мощный и желательно внешний фильтр. Не реже, чем раз в неделю делать подмену воды от 15 до 30 процентов на свежую отстоявшуюся. Температура воды должна быть 22-27 градусов. Недолгое время выдерживать температуру в 16 градусов. PH должен быть от 6 до 8. Если все условия соблюдены и кормление, о котором мы сейчас поговорим, правильное, остронотус может прожить 12, а то и 15 лет. В кормлении любят есть все и сразу. Они в кормлении абсолютно неприхотливы, обжоры. Пока остронотусы маленькие, их кормят два раза в сутки. Например, утром и вечером, небольшими порциями. Взрослую рыбу достаточно кормить один раз в день. В качестве кормления хорошо подходят промышленные сухие корма. Идеально, если это плавающие гранулы, замороженные или живые корма. Немного растительной пищи. Кабачок, брокколи, листья салата. Что касается взрослых особей, на практике кормление промышленными кормами затратное дело. Многие аквариумисты используют говяжье мясо и нежирное мясо свинины, филе морской рыбы, креветки и другие морепродукты. Используют сверчков, кузнечиков, головастиков,
Многие используют дождевых червей. Кстати, дождевых червей любят многие аквариумные рыбки. Но перед тем, как преподносить их, необходимо обработать. Как это сделать, мы покажем в других видео. Помните, я говорил, что они грязнули. Это неспроста. Кушают астронавты очень неаккуратно, оставляя после себя кучу ошметков. По возможности их необходимо удалить из аквариума. Это позволит не так быстро портиться в воде. Про совместимость и разведение этих рыб мы поговорим еще не раз в других обзорах. Тем, кто хочет еще немного полюбоваться этой рыбкой, я предлагаю посмотреть видео до конца. Если вам понравились эти рыбки, ставьте палец вверх. А у меня на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.